это ставили одну улицу, Камышинскую. Знаете, мы в курсе, в этом году Камышинскую улицу завершили. Все это есть плавно. От решения коммунальных вопросов аким Турксибского района Владимир Устюгов перешел к экономическим. Здесь действует 42 промышленных предприятия. Показателями за этот год можно гордиться. Объем производства вырос настолько, что на новые рабочие места устроились 2500 человек. В 2012 году по Турксибскому району прогноз по налогам составлял 34,1 миллиарда тенге. Исполнен на 35,8%. Что превышает 2011 год на 10,7%. Местный бюджет, прогноз 14,9 миллиардов тенге, исполнен на 15,8 миллиардов, что составляет рост 13% к уровню прошлого года. В этом году в районе построили новую школу и 2 детских сада. На встречу с жильцами пришел и начальник районного УВД. По его словам, за минувший год криминогенная обстановка в районе сильно ухудшилась. Вызывает тревогу преступность среди несовершеннолетних, где отмечается рост на 50%. В структуре общеуголовных преступлений доля краж составляет более половины, 55%, 3007 преступлений. Как и прежде, почти более половины из них осталось нераскрытыми. В конце выступления спикеров люди, в свою очередь, задавали акиму волнующие их вопросы. В основном жаловались на благоустройство улиц и несвоевременную газификацию частного сектора. В некоторых ситуациях Владимир Устюгов пообещал разобраться лично. Айжан Тимирбаева, Жанибек Бимагамбетов, телеканал Алматы.